Предлагаю решительным действиям наших военнослужащих укрепрайон был взлом. И фактически, с учетом того, что там все-таки 3000 домов, более 3000 домов, а каждый дом представлял из себя такую хорошо укрепленную точку, освобождение данного населенного пункта, естественно, снижает возможности вооруженных сил Украины по обороне и дает нам дополнительные возможности по дальнейшим действиям по этому направлению.